Через 300 метрів. Тримайтесь лівіше, до М15.
Бажаю здоров'я. Бажаю. Дякую. До побачення. Це вам потрібно буде повернути, так? Перший раз їдете? Ну, не перший, забув просто вже. Проїжджаєте транзитом через територію Молдови без зупинок, на наступному посту віддаєте талончик. А там на поламці, допустимо, можна припаркувати якусь машину? Ви хочете... Хочу першим, першим цим перейти. Так, може, там є парковка. Дякую, дякую. До побачення. Пересек границу, можно сказать, это, короче, такая, это не, нелегализованная, это кусок оттяпанной Российской Федерации части Молдавской Республики, так называемая ПМР, Приднестровская ПНР, Приднестровская Народная Республика. Так вот, ребята стоят, потому что по этой бровке вот идут... Граница идет с, ну, с Молдавией и Украиной. Дают как бы такой маленький талончик, типа что все окей, короче говоря. Сейчас где-то здесь должно быть уже, сейчас должна быть поламка. Поламка — это граница с Украиной, то есть с Молдавией и Украиной. Не Приднестровье, а именно Молдавия. Они больше бабла потратили, эти, кто отсоединил, больше потратили ресурса, чем не стоило даже той вычинки, знаешь, то же самое, что с ДНР и ЛНР. Чисто свои кресла просто сохраняют и все. Русские, я имею в виду. Но так будет не всегда. Все тайно станет явным. Вдоль Днестра, с правой стороны Днестр. Такие, кстати, рыбные места здесь. Кто не был, тот будет. Кто был, не забудет. Тут рыбные места с правой стороны такие очень серьезные. Но, опять-таки, тут пограничная зона. Тут нужно быть очень мудрым, потому что можно попасть на погранцов. Тот, кто там рыбалит, любит так особенно, то аккуратно нужно. Со знанием закона. Но рыбка здесь есть. Рыбка здесь есть. И немало. Тут даже остановка запрещена. Пограничная зона. Даже остановка. Просто стоять нельзя. То есть тут просто остановиться нельзя.